Так, Юпитер и спутники. Видно там спутники или не видно? 3.09 по Киеву, 25 июля 2020 года. Мутненько все видно, но это потому, что Юпитер уже садится за горизонт. По его спутникам это видно, они чуть ли не вертикально уже вниз направлены. Так, сейчас будет вползать Юпитер в кадр. То есть понятно, да, когда из-за горизонта выползает Юпитер, спутники его направлены, те, что справа. Они смотрят градусов под 45 вверх. Потом, когда Юпитер в зените, спутники Галилея, вот 4 штучки, вот эти Каллисто, Ио, Европа, Ганимед, они параллельно горизонту, параллельно Земле находятся. И когда Юпитер уже прячется за горизонт, эти спутники, где они, кстати? Вот они. Уже под 45 градусов направлены вниз. Ну что тут скажешь, конечно, картинка. Попробовала на низких настройках светочувствительности поснимать, но уже нету никакого смысла в этом. Вообще уже не видать. Во-первых, за плотными слоями атмосферы Юпитера со спутником, а во-вторых, облачность у нас еще тут с каждой минутой добавляется. Никаких полос на Юпитере сегодня снять не получится. Ладно, где у нас? Это мы снимали Юпитер, теперь снимем Сатурн. Ну и Сатурн, как его оригинально назвал кто-то в комментариях, похож на всевидящее око. Наверное, да, и тоже. Никак мы в кадр не поймаемся, да? На восходе кольца Сатурна смотрят под 45 градусов. Правая сторона вверх поднята. Сейчас. Сейчас это уже смотрит вниз горизонта. Это посмотри, никак не получается. Все, что будешь делать. Еще и предрассветный ветерок нам поднимается, помогает, в кавычках. Ты моя золотая, прячется от меня. Сейчас будем тебя ловить.
Так, все, отошел. Вот чудненько, кольца видно даже на маленьком моем экранчике фотоаппарата. И видно, как опускается за горизонт натурально. Вниз пикирует Сатурн. Вообще идея была столь дальнего выезда. Я сейчас нахожусь, то есть Харькова, возле немецкого кладбища. То есть это близко к окружной, бог знает где, на горе. Давай на Марс пока посмотрим. Никакие попытки снять даже на фото с высокой выдержкой. Большой выдержкой. Рядом с большой медведицей должна быть легометанная Вайс. Вчера она была 24 числа на ближайшем расстоянии к Земле. Результатов не дали, не нашел я. Может, дома на экране рассмотрю эти фотографии при большем увеличении. Но пока я вдоволь нафотографировался большую медведицу при разных выдержках. И это весь результат моих ночных бдений по поводу охоты на комету Неовайс. Ну и это как бы остатки парада планет снимаю, чтобы два раза не вставать. Да что ж такое, Марс уже даже не хочет попадать в кадр. До Марса 101 километр, 101, 101 миллион километров. Аккурат, как до кометы Неовайс, 103 миллиона километров. Которую сегодня не получилось снять, но на предыдущие выезды. Она соизволила выйти, появиться. Ты ж, боже ты мой, что ж ты такое? Прям. Пять крат увеличения. Озвучиваю для тех, кому эта цифра еще не надоела, как мне. Все, вот это Марс. Да, интересный, кстати, вопрос в комментариях задали. Почему Юпитер никогда не освещен серпиком? Но не выглядит серпом, как Луна, освещенная Солнцем с одной стороны, или Венера, или Марс. Видно, что он частично освещен. А вот Юпитер действительно все время сплошная белая круглая блямба, даже когда при низких настройках освещенности, светочувствительности, и видно полосы в атмосфере Юпитера. Он не выглядит серповидным, как вот, допустим, Венера, красавица, встающая у нас над горизонтом, предваряя Солнце. Очень крепкое уже облачко такие. Облачка еще не облачка, но натуральное туманище. Вот она, наша Венера. До него 83 миллиона километров сейчас.
И видно, что солнце ее освещает с левой стороны. И Марс видно, что солнце освещает с левой стороны. Вот почему Юпитер всегда полностью full illuminated. Не может же это быть его внутреннее сияние от каких-то реакций внутри этого газового гиганта. Да, скоро солнышко станет. Где у нас Эльдебаран? Правее Луны у нас сейчас... Ой, Луны, господи. Венера. У нас сейчас Эльдебаран, звезда. Они парно ходят. Что у нас на экране видно? Поселковые огни. Ну, у нас уже зарево начинается. Вот здесь Эльдебаран. Вот же он. Хил здесь. Да, тоже кто-то запросил звезды поснимать. Ну, пожалуйста, звезда. Никакие цвета корректными считаться не могут. Ну вот в окуляре я вижу одновременно Венеру снизу, внизу слева и Эльдебаран справа. Так, ладушки. А, вон наш Харьков светится огнями. Просто титры будут к финалу этого ролика. Сейчас приближу. Космос. Космос — это у нас на героев труда, да? А мы сейчас возле немецкого кладбища. Ну, далеченько. Ладушки, подождем, пока поднимется солнце, и посмотрим, что у нас будет.